Начальник Головного управления охраны здоровья Гомельского облвыконкама Миколай Кудянчук принял удел в работе громадской приемной. На протягу 2 часов он отказывал на телефонные звонки жихару региона и примал наведвальников. Бадай переважная колькость зворотов на этот раз тычилася эпидемичной ситуации. Первый же звонок на прямую линию с питанием про вакцинацию супроть коронавирусу. Покуль докладно термин яе початку невядомы, але вызначено, что бесплатные пришепки смогут отримать медики, работники школ и детских садов, а так само пенсионеры. Еще одна пропанова об захворчении врачов, которые работают с пациентами хворыми на COVID-19 и возможности уведения для их додатковых отпусков. После Чернобыльской катастрофы для медработников был предугледжен 45-денный отпуск, але зараз на законодавшем уровне такой протяглости не існує. Что тычется ситуации по захворыванию на коронавирус, то хоть другая хваля оказалась больше истотной, чем была весна, максимальности медустанов региона еще далеко не вычерпанные. Сегодня у нас есть места, у нас есть резерв. У нас каждый день порядка более 700 по области резервных мест. Мы отслеживаем информацию на протяжении суток постоянно. И действительно, вторая волна, она более жестче, чем первая волна. Но, тем не менее, система здравоохранения области работает сложно, но контролируемо. Средства индивидуальной защиты полностью у нас есть запас от 1,5 до 4 месяцев. Он постоянно обновляется, поэтому я вам больше скажу, что на протяжении последней недели мы уже видим, что мы на пике и пошли на снижение.